Будем говорить про открытое образование, оставайтесь с нами. Уже в эфире, да? Да. Добрый вечер. Сегодня я буду говорить в продолжении инноваций. Будем говорить о конкурентоспособности страны, о том, что каждый из нас может для этого сделать. Тема открытых сообществ, открытого образования также будет раскрыта мною. Я хочу сейчас прежде всего отметить, что самый главный ресурс не нефть и газ, и не индустриальное производственное предприятие. Мир очень сильно меняется. Я вчера говорил о том, что структура производства в мире очень сильно меняется, и увеличивается доля сервисов, доля услуг, доля продуктов, которые связаны просто с человеком, которые создает человек. И это достаточно часто не просто материальные вещи, да, а именно то, что создает человек. И вот я попытался сформулировать, в чем будет такое действительно преимущество, конкурентное преимущество на мировом уровне. Оно может быть, не в газе и нефти, и не в количестве золота, а в том, насколько люди умеют быстро учиться, и насколько быстро они могут применять эти знания и синтезировать новые знания. Вот именно темп жизни сегодня, технологический темп в мире очень огромный. В некоторых отраслях Украина, кстати, успевает за миром и даже является лидером. То есть это реально на самом деле быть лидером. И вот моя мечта и, скажем так, видение Украины конкурентоспособной, это вопрос, будет ли у нас 5% или 2% или 10% людей, которые живут по новой модели, которые открыты к новым знаниям, которые умеют быстро учиться, которые умеют изменяться. То есть вот одна из главных компетенций в будущем и к предприятиям, и к каждому человеку, и сотруднику, либо менеджеру, либо наемному работнику, это именно умение быстро изменяться, быстро развиваться. Вот именно это умение быстро учиться будет очень таким основным трендом в ближайшее время. Сегодня у нас мода на что вообще в мире бывает, да? Мода на успех, мода на деньги, мода на успех, на статус. Опять-таки меняется мир, и очень скоро, во всем мире отношение к ученым, например, на порядок серьезнее, чем у нас в стране. Я очень мечтаю, чтобы у нас стало модно быть умным, чтобы у нас стало модно учиться, чтобы у нас стало модно создавать новые предприятия, новые продукты, новые технологии. Вот эта мода во многом будет определять тоже будущее. То есть сегодня, я скажу честно, в Украине, в Киеве есть, если взять средние школы, если взять университеты, к счастью, есть среда, есть
есть такие маленькие ОСРФ, я кажу. Где-то таки есть атмосфера, да, такая инновационного развития, где дети или студенты, да, они, у них модно учиться, модно обретать новые знания. Есть такое хорошее слово в украинском языке «шануймуся», да. У нас есть серьезная проблема недоверия к самим себе. Скажем так, такой пример, когда наш профессор университета преподает в Европе, во Франции, в лучших вузах Франции, при этом мы зовем кого-то из Европы, потому что мы там думаем, что у нас нет наших преподавателей. На самом деле и в средней школе, и в высшей школе, и в бизнесе есть уникальные, достаточно высококлассные эксперты. Что требуется от каждого из нас, чтобы это использовалось? Будь вы руководитель или просто человек, или там родитель, да, нужно помнить о том, что прямо в Киеве, да, в любом другом городе, есть серьезные люди, есть мастера, у которых можно учиться, для этого не обязательно ехать в Европу. У нас есть действительно очень классные эксперты, просто нужно постараться их найти. У нас есть удивительные компании, которые являются лидерами на мировых рынках или создают уникальные инновационные продукты. И нужно не полениться, обнаружить эти компании и построить свой план профессионального роста именно в этом нужном направлении. Чем мы отличаемся от Европы в худшую сторону и куда нам надо стремиться? Вот очень многие не знают, что капиталистические страны на самом деле имеют огромную, ну, уникальную такое свойство. Они много делают социальных проектов. В Европе очень много волонтерских движений. Когда люди не за деньги, не для денег, не для своей карьеры, не для своей компании, они осознают, что они создают что-то социально значимое для других, для всего рынка. И они тратят свое личное время на это. И эта цифра уникальна, то есть это процентов 20-30. То есть в капиталистических странах, в Европе, да, люди тратят время, силы. Вот то, что наш Майдан сейчас как бы отрабатывает, условно говоря, да. А в Европе каждый день люди создают ценности не только для себя. Вот это очень важный элемент открытых сообществ. То есть когда люди создают ценности, если говорить о знаниях, то знания, то учебный контент создают для других. Сегодня модно, я думаю, многие слышали или читали, американские, европейские вузы создают открытое обучение, создают дистанционные курсы, которые доступны, многие доступны бесплатно. И многие думают, что именно вот открытое образование, его как бы главная функция – это бесплатность. На самом деле, это всего лишь один из фрагментов, один из элементов открытого образования. Он состоит в том, чтобы действительно сделать образование доступным. Доступным по цене, доступным в пространстве и времени. То есть открытое образование предполагает, что вы можете обучаться в любое удобное для вас время. Вы можете обучаться не только будучи студентом, когда вам 20 лет, но и в 40, и в 50, и в 60, и в 10. То есть открытое образование не создает границ. Оно призвано как раз эти границы разрушить. Новый стиль жизни современного человека. Говорят, что это стиль жизни образования сквозь всю жизнь. Серьезные люди, лидеры, они всегда учатся всю жизнь. То есть нету таких успешных людей, по-настоящему успешных, которые бы не учились постоянно. Так вот, цель открытого образования действительно сделать доступным образование сквозь всю жизнь для любых людей, для граждан любого уровня знаний, достатка и так далее. Но вопрос в мире, и сегодня в Украине, и в мире стоит очень остро. Мы сегодня очень ругаем нашу высшую школу, наше образование. На самом деле я хочу сказать, что точно так же образование не удовлетворяет сегодня американцев, еще больше даже, чем наших людей. Образование, которое мы сегодня все в мире, не только в Украине, используем, оно создавалось, в общем-то, для индустриальной эпохи. И эпохи, когда создавали, собственно, людей, работающих в материальном производстве, на заводах, в военном, в ВПК, в лучшем случае ученых. Но сейчас поменялись приоритеты, и нового образования пока не создали на самом деле.
И во многом где-то немножко искусственно сейчас за счет электронного обучения, за счет дистанционного электронного обучения, как бы вот несовершенное образование очное в вузах сегодня пытаются усилить электронным компонентом. Билл Гейтс совсем недавно сказал на конференции, что электронное обучение существовало и 20 лет назад. И оно таким осталось, вот, конечно, последние 20 лет особо не изменилось. То есть проблема сегодня, это на поверхности одна из проблем и задач обеспечить доставку контента удобнее. В любой дом, в любом селе. Это действительно уникально, что сегодня там обычный человек где-то там в селе, да, может взять компьютер, подключиться и послушать лекции именитых профессоров, изучить совершенно современные технологии. Но вопрос в том, что можно изучить совсем базовые вещи, и очень такие простые базовые вещи, а более сложные вещи, чтобы стать лидером, контент найти очень тяжело. И современные вузы, и американские, и европейские, и украинские, они на самом деле сейчас в большой, в таком затруднительном состоянии, так же, как и бизнес на самом деле. Да будет вам известно, что многие олигархи создают свои собственные учебные центры, потому что их не устраивает Министерство образования, и то, как их оно платит людей. Даже олигархи, которых мы не любим, это тоже делают, инвестируют в создание собственных учебных программ. Но проблема именно в том, что мы себя немножечко недоуважаем, что контент учебный создавать должны не только преподаватели и профессура в вузах. Где находятся самые главные знания передовые? Есть такой термин emerging technologies, emerging markets, emerging leadership. Это то, что находится на границе технологии. Это то, что бизнес переизобретает сегодня. У нас сегодня в Киеве, ну и в других городах, существуют предприятия, которые создают уникальные, реально уникальные технологии, новые продукты. И именно там есть новое знание, именно там есть механизм, как эти новые знания синтезируются и получаются. И то, что должно новое образование открытое совершить вот такую революцию, мы должны совершить революцию не по потреблению контента, а совершить революцию по созданию контента. Мы должны вовлечь бизнес, вовлечь бизнес в процесс создания учебного контента для своих же будущих сотрудников. При этом вузы и педагоги, и эксперты могут помогать методически, но без бизнеса стать современными в части контента учебного просто нереально. В чем еще проблема? Что у нас действительно отсутствует эта контрибуционная привычка. То есть европейские эксперты за бесплатно очень серьезно создают контент. В Украине сложно уговорить человека за бесплатно делать что-то очень серьезное. На самом деле, вот это то, что нам надо поменять, чтобы люди были готовы отдавать часть своего личного времени. Но эти процессы уже идут, к счастью. В Киеве есть много софтверных компаний, которые реально готовы, и люди это делают. И сейчас есть английские, кстати, проекты, к которым мы присоединяемся, когда создают сеть волонтерских бесплатных учебных центров для маленьких детей, чтобы учить их основам программирования. И это делается абсолютно бесплатно для того, чтобы создать движение, модуль на программирование, модуль на образование в этой сфере. Так вот, если говорить о контрибуционной модели, кто является заказчиком? То есть, кто может создать знания? Понятно, это эксперты. Кто является заказчиком? Заказчиком является на самом деле не государство. И не просто менеджеры, и не просто мы с вами. Заказчиком образования должны являться государство, да, если оно созрело и понимает, за счет чего оно будет иметь конкурентное преимущество в мире. Бизнес, то есть именно владельцы бизнеса, не отделы обучения, не менеджер там по развитию персонала, а именно первое лицо, владелец предприятия. Точно так же, как в семье. Родители должны думать о том, а не школа. Родитель – главный заказчик. У нас сегодня в этом огромная проблема. Вот точно так, что родители не интересуются особенно, чем занимаются дети в школе.
чему их там учат и как их учат. Точно так же руководители предприятий, очень многие руководители предприятий делегировали эти функции за деньги наемному менеджменту и не участвуют лично в этом процессе. Тем не менее, образование определяет будущее, поэтому именно личное, трижды это повторю, личное участие первого лица компании, личное участие родителя, личное участие заинтересованных лиц в создании учебного контента, в развитии людей, это и есть самое главное, что должно произойти. То есть люди должны начинать не просить, не ждать, что вам кто-то это сделает. Ни государство, ни вуз вам не сделает хорошего образования или учебных курсов. То есть нужно именно тому, кто заинтересован больше всего, владелец бизнеса, или если вы менеджер какого-то бизнес-направления, вы должны сами лично позаботиться о том, чтобы создавать программы развития персонала, инвестировать в долгую. Вообще во многом конкурентоспособность за счет образования, конкурентоспособность за счет открытых моделей образования, она очень длинная игра. То есть это инвестиция в длинную. Но современные компании, очень многие, это уже используют. Если взять такие компании, как IBM, Microsoft, лидеры вот IT-индустрии, они очень долго и давно сотрудничают с сообществами, которые создают открытое программное обеспечение. Я думаю, что все айтишники это прекрасно понимают. И точно так же неправильно многие понимают, что открытое – это равно бесплатное потребление. Опять-таки, первичная модель открытого программного обеспечения, она предполагает, что открытые интерфейсы именно контрибьюции. То есть есть правило, как я могу свой вклад вложить в общее дело, в общий контент, в общий программный продукт. Аналогично и в образовании. Открытая модель образования. Я сегодня не поленился и почитал на российских сайтах около государственных, что они воспринимают как открытое образование. Вот Россия, я скажу вам, намного впереди Украины в этом смысле, но она тоже уже устарела. Российские сайты говорят, что открытое образование – это когда есть единая система доступа к образовательному контенту с упором на единое, на стандарты и стандартизацию. На самом деле первично не стандарты, а все-таки открытость модели вклада. Как бизнес, как любой из нас может поучаствовать в создании учебного контента. Каждый из нас, вы задумайтесь, вот если говорить об экономике будущего, если говорить о том, что нематериального будет 90% скоро, и это все так или иначе связано со знаниями. Ну, и материальное производство связано со знаниями, но нематериальное так точно связано со знаниями и умениями. Когда возникает какая-то проблема или задача, ее решает в нашей стране одновременно тысячи людей. То есть у нас уровень, коэффициент полезного действия меньше 1%. Что делают открытые сообщества? Открытые сообщества договариваются, кто какими задачами занимается. Они распределяют задачи, распределяют нагрузку. И они повторно используют существующий опыт. То есть лучше, чтобы не 100 тысяч человек решали одну задачу, а лучше, чтобы по 2-3 человека решали одну задачу, и мы вместе решили сотню задач, а не одну. Вот в этом есть фокус синергии, консолидированного вот этого мультипликации, умножения усилий, когда люди договариваются, объединяются и создают совместно знания, да, и эффективно их потом используют. Если говорить о личной мотивации каждого, к сожалению, у нас у многих плохой, ну в среднем, у меня-то хороший на самом деле, но у многих плохой опыт пребывания в школе и в вузе. К сожалению, качество образования не очень высокое в среднем по стране. Я еще раз повторюсь, у нас есть уникальные вузы и уникальные школы, но все-таки в среднем у людей отрицательный опыт общения с системой образования. И это накладывает на генотип мышления, скажем так, такой отпечаток, что люди потом, будучи взрослыми и работая на предприятиях, совершенно неправильно относятся к образованию и развитию. То есть они транслируют свой неуспешный опыт в успешный даже бизнес и несерьезно относятся к образованию. Если посмотреть на тех же немцев, вот немецкая экономика одна из самых сильных в мире, они в кризис ни на йоту не уменьшили объемов образовательных программ.
В то время как в Украине бюджеты на образование упали на предприятиях 5-10 раз. То есть немцы понимают, что от образования зависит будущее. Вот. Но еще раз вопрос не только государства, предприятия, предпринимателя или каких-то бюджетов. Вопрос в том, как мы лично, каждый, к этому относимся. И вот есть очень простой пример. Когда вы что-нибудь новое изучаете, согласитесь, вы обычно думаете, вот я сейчас это прочитаю, изучу, мне понравится. И мало кто знает, как он это будет потом предлагать, использовать другим. То есть мы очень часто обучаемся, думая только о себе. То есть мы изучили что-то, исследовали, разобрали какую-то проблему и лично собираемся пожинать плоды. Вот. Контрибуционная модель немножко сразу по-другому выглядит. Когда я задумываю изучить новую технологию, которая действительно на границе вот инноваций, еще никто в Украине ее не использовал, я сразу думаю о том, как эту технологию, как эти знания я передам другим. Наши программисты сегодня делают уникальные вещи, но они это делают и учатся только для того, чтобы написать еще новые строчки кода программного, чтобы сделать новый продукт. Но далеко не все они готовы и думают о том, как передать свой опыт дальше другим. Вот я очень хочу, чтобы модель открытого образования стала модна среди каждого человека, каждого профессионала, когда, изобретая свои маленькие проекты, люди сразу думали о том, как они будут делиться опытом с другими. Тут очень интересный фактор, очень сложный, это конкуренция. Действительно, компании и конкретные люди, когда они отдают знания, они думают, иногда боятся этого, они думают, что мы тем самым можем потерять свое конкурентное преимущество, отдав знания другим. Вот это тоже очень сложный такой выбор, это тоже выбор на уровне веры и на уровне долгосрочной инвестиции в будущее. Если я буду, это на самом деле способны делать только зрелые люди и зрелые компании, когда вы понимаете, что результатами вашего труда и ваших знаний воспользуется кто-то другой, не только вы, но и даже ваши конкуренты. Вот эта вот нежлобскость, да, вот умение делать не только для себя, а именно повторять, отдавать знания, которые вы получили сообществу, это, в принципе, краеугольный камень вот именно всех сообществ. Мы от сообщества берем, и мы в сообщество возвращаем. То есть контрибуция, возврат, вклад в сообщество – это есть основная тема, которая должна звучать. В общем-то, именно на этом я настаиваю, что открытое образование – это не только открытое потребление, но и открытое созидание. И я очень хочу, даже можно привести пример с нашим Майданом, когда создаются общественные организации, и когда вы не совсем знаете, как туда можно сделать свой вклад, вот тогда вам страшно. Потому что потреблять мы вот уже можем, а вот чтобы нас услышали, да, вот это интересно, как вот новое сообщество там, как оно называется там, да, Майдан, сможет ли оно от нас получать вклад? То есть почувствуйте, здесь на самом деле очень общие идеи, да, что сообщество живет за счет того, что ему доверяют. То есть я вкладываюсь в сообщество тогда, когда я вижу открытый интерфейс принятия от меня моего вклада. Когда я понимаю, как он будет анализирован, как он будет улучшен, как он будет далее доставляться другим потребителям уже в данном случае сообщества. Потребителям контента. То есть я что хочу сказать, что вот, как ни странно, образовательные модели открытые и модели гражданских обществ, сообществ, они, в общем-то, очень похожи. Если опять-таки говорить о том, что идеология очень важный фактор, цели очень главный фактор. Мне очень нравилась фраза Форда. Он говорил, что в корпорации для успеха должна быть монархия. Вот, в этом смысле я с ним согласен, но монархия не одного человека, а монархия идеологическая. То есть монархом должна быть идея. Вот одна из главных тоже задач любого сообщества, будь то
сообщество гражданское для каких-то целей, будь то образовательное сообщество или профессиональное сообщество, идеология, стратегия должна быть открыта изначально. И когда люди очень хорошо воспринимают долгосрочную идею, сильную идею, тогда они в это вкладываются. Вот если я вам сейчас предложу проект, давайте мы тут сейчас за недельку сделаем новый университет, вы мне не поверите, правда? Вот. А если я вам скажу, что мы сейчас запустим 20-летний проект с поддержкой там Пинчука, Европейского союза, там, британских университетов, и мы подберем 100 волонтеров, которые уже договорились с нами где-то 10 лет, 20 лет проработать, наверняка вы больше поверите, да, в масштабный проект. То есть вот очень важно, чтобы в открытом образовании присутствовал масштаб. У нас очень много мелких инициатив, которые захлебываются в недостаточном масштабе и поэтому не могут привлечь достаточно ресурсов, контрибуционных ресурсов, идеологических ресурсов, помощников, финансовых ресурсов. Поэтому я призываю каждого из вас, если вы собираетесь сделать свой вклад, посмотрите по сторонам, поищите то открытое сообщество, то образовательное сообщество, комьюнити, да, которое уже существует, возможно, можно присоединиться к тому комьюнити, к тому сообществу, которое уже работает. На самом деле важен не только лидер, и тут, кстати, очень важная тема, что современное сообщество, современная новая модель, это не лидерская модель. Это модель, когда лидером является идеология, а управляют всем опять не лидеры, управляют процессы. И сегодня процессное, сервисное управление – это и есть основа управления. И это везде, в любом бизнесе и в государстве происходит. Но вот для того, чтобы привлечь больше людей, привлечь хоть немножечко финансов, нужно, чтобы идея имела определенный масштаб. Вот. Поэтому от каждого из нас, в принципе, зависит, своими силами укрупним ли мы чей-то проект, да? Вот. Украинцы, к сожалению, плохо объединяются. У нас очень много, ну, как говорят, вот больше, чем 5 человек, у нас теряется доверие, да, друг к другу. В Японии там 500 человек доверяют друг другу, в Украине 5. Это психологи говорят. То есть мы, на самом деле, очень испорченная нация в части доверия. Вот. Надо с этим бороться и попытаться играть в более долгосрочные масштабные проекты. Сейчас уникальная ситуация в мире происходит. Фазовый переход второго рода, то есть меняется не только Украина, меняется полностью структура экономики, структура ценностей, структура профессиональных требований к каждому человеку. И в этом процессе, в принципе, очень важно, чтобы каждый из нас, чтобы дело каждого было смотреть по сторонам, замечать, что происходит, и каждый день делать свой выбор в пользу поддержки тех открытых сообществ, которые делают полезные дела. Вот я бы очень хотел, чтобы каждый из нас хотя бы 30% времени или 20% времени, или 10% хотя бы, выделял своего времени на работу с открытыми сообществами. Кроме Майдана есть много всего еще, но, даст Бог, Майдан завершится успешно, но есть и другие дела. И очень важно, чтобы мы не остановились, чтобы вот гражданские и образовательные проекты, открытые проекты, они должны существовать всегда. И между Майданами тоже. И у нас сегодня есть, на самом деле, уникальные победы, когда гражданские инициативы, открытые сообщества даже смогли поменять немножечко стандарты в Минобразовании, требования к профессии. Это все очень непросто с нашим государством, но тем не менее, эти процессы тоже идут. Независимо от власти, какая она была, будет или не будет, в любом случае, открытое сообщество – это тренд. Один из самых богатых людей в мире сегодня – Билл Гейтс, я думаю, все его знают, тот человек, который создал Microsoft. Если посмотреть сегодня, чем он занимается, он работает как раз с неприбыльными организациями, с фондами, с благотворительными фондами. То есть модель современного общества, она немножечко трансформируется от простой коммерции к умным, социальным, открытым проектам. Даже вот Билл Гейтс поддержал проект открытого сообщества медиков. То есть медики фактически, да, они очень ограничены своим протоколом работы по стандартам.
А в то же время некоторые ученые стали замечать, что очень важно успевать общаться друг с другом, чтобы заниматься инновациями, обмениваться знаниями. И вот Билл Гейтс это заметил и поддержал этот проект. Представляете себе, несколько тысяч профессоров, врачей, да, они обмениваются своими знаниями совершенно в новой модели. Независимо от своих больниц, они по-новой вообще работают. То есть они в этой социальной, в своем открытом сообществе, да, обмениваются опытом и знаниями. И это уникальная, ну, фактически это вот уникальная модель будущего, да, которая зарождается. Общество может гораздо больше, чем мы думаем. То есть на самом деле, вот у нас в Украине мало, а в Европе много, я уже говорил, волонтерских движений. Я думаю, что в этом году в Украине волонтерство вырастет раз в 10. Майдан это только примерчик. А на самом деле важно, чтобы в Украине, ну, скажем так, 500 тысяч всегда готовых, 500 тысяч всегда готовых людей мобилизоваться под какой-то полезный социальный проект, да, которых можно позвать. Волонтеры, которые готовы учить деток, учить английскому языку, учить программированию, учить управление, учить лидерство, да, то есть все эти вещи можно делать фактически бесплатно, инвестируя свое собственное время в будущее страны. И вот я хочу сказать, что еще раз, не нефть и газ определяет конкурентное преимущество страны, а вот именно какой процент времени, какой процент людей готовы инвестировать в социально значимые проекты. Какой процент времени вы готовы отдать в будущее? Мы с вами много тратим в сегодняшнем, мы потребители. На самом деле, вот я говорил о втором фазовом переходе второго рода, когда все меняется, то есть завтра может исчезнуть деньги, послезавтра государство в старом их понимании. А мы будем не готовы. Вопрос, вот успеем ли мы подготовиться, да, вот быть гибкими и так далее. Так вот, волонтерские движения на самом деле это в каком-то смысле модель будущего. Я всем рассказываю о примере, может быть, повторюсь, вчера об этом говорил. Пример Швейцарии. Швейцария сейчас исследует возможность. Вы вдумайтесь в это дело, как меняется вообще модель мироустройства. Швейцария думает о том, как упростить администрирование социальных выплат. Они подсчитали, что очень много уходит денег на управление, на госаппарат. И посчитали, что проще всем выдавать по 2000 евро, чтобы не считать это. И тогда ноль затрат на управление. И самый интересный факт, что они этим самым создают условия, когда люди, имея эти 2000, ищут себе работу не для того, чтобы сегодня выжить, а для работы по душе. Они ищут свою реализацию. То есть человек, которому государство реализовало базовое выживание, да, он уже свободен, он думает о том, как реализовать себя по-настоящему. Конечно, это сказки, кажется, да? Но на самом деле, когда люди, если посмотреть коэффициент полезного действия, человека, который работает эффективно и неэффективно, Стив Джобс говорил, что человек вдохновленный и талантливый в 22 раза быстрее и лучше работает, чем обычный. То есть реально есть предприятия небольшие, когда 5 человек работает так же эффективно, как 1000. То есть вдохновение – это огромная вещь. Так вот, если мы с вами построим такое социальное устройство, если мы обыграем такие модели, хотя бы на примере открытых сообществ, можно играться с этими моделями. Это не все государство, да, вот выбрали там, сделали сообщество на 20 тысяч человек, на 100 тысяч человек. И в рамках этого сообщества можно попробовать создать такую маленькую утопию, но это модель будущего, когда каждый будет заниматься тем, что ему близко к сердцу. К счастью, профессиональные сообщества могут себе это позволить. То есть люди, которые работают эффективно, зарабатывают, они выделяют часть своего времени и тратят его именно на то, что им кажется полезным для других, и то, что им по сердцу делать, да, то, что им нравится делать. Они реализовывают свое предназначение. Вот это вот тоже модель в каком-то смысле открытого социального предназначения, когда люди не за деньги, а по зову сердца будут выбирать, что они делают для сообщества. Чем больше таких сообществ мы с вами будем создавать, тем быстрее страна поменяется. Потому что на самом деле каждое сообщество, опять-таки, то ли это профессиональное сообщество, то ли какой-то социальный проект, то ли это университет нового поколения, да, нового типа,
Каждое такое сообщество, оно является прототипом нового мироустройства, нового устройства страны. И очень важно понять, что, еще раз, наше преимущество конкурентное не в газе и нефти, и не в количестве заводов, а в том, сколько людей своего времени, и насколько людей поможет, насколько времени они готовы инвестировать в будущее. Я призываю каждого из вас не почивать на лаврах. Мир меняется. Даже если у вас сегодня все хорошо, и вы зарабатываете, и у вас все хорошо, слава Богу, в доме есть что кушать, но мир меняется, и нужно смотреть в будущее. Нужно смотреть в будущее, нужно постоянно учиться, и нужно думать о том, что вы можете взять, и что вы можете отдать в сообщество. Я очень мечтаю о том, чтобы Украина переизобрела. Вот, собственно, сейчас эта сцена частично маленькая такая, можно сказать, эксперимент. Но на самом деле, я думаю, что Украина, например, способна переизобрести организацию университетов. То есть, как управлять открытым университетом, как создать открытый университет. При этом речь не идет о том, что мы альтернатива, а мы можем объединять усилия существующих университетов. Но вот создать, например, открытые сообщества взаимодействия в области образования – это такая интересная задачка, которая украинцам по силам. Вот. И у нас есть уникальные преподаватели, есть очень хорошие методики, есть толковые студенты. Все, что нужно – это воля и желание инвестировать свое время в социальный и мощный проект. Вот. Я вот буквально сегодня меня жена благословила, сказала, что готова пожертвовать субботы на социальные проекты вот, всегда. То есть я, в принципе, вот лично готов сейчас как бы сказать, да, что я готов каждую субботу совершенно бесплатно учить людей, учить новым технологиям, учить менеджменту, учить, как организовываться, как создавать сообщество, как создавать учебный контент, как преподавать, как вести занятия. То есть вот то, что здесь на сцене происходит, да, люди приходят, это тоже открытый проект. Поэтому я вас всех призываю к тому, чтобы вы максимально подумали, каким открытым проектом, социальным открытым проектом вы можете присоединиться и делать свой вклад уже сегодня. На самом деле, еще раз подчеркну, что нефть, газ, материальные ресурсы, они устаревают. А возобновляемый ресурс, наиболее возобновляемый ресурс – это человек. Наши знания, наш опыт получения синтеза знаний, наша культура – это то, что не просто это не устаревает, оно усиливается, и это можно передавать детям, не только коллегам, да, но даже детям. И это то, что сложно украсть, это невозможно украсть, оно не подвержено рейдерству. То есть культура, атмосфера инновационная, культура создания новых знаний. Я очень бы хотел, чтобы украинцы вспомнили слова Шевченко, на самом деле, да, что «якби мы вчились так, як треба, то и мудрість бы была своя». «Дурні бы бідні, бідні бы дурні». Мы немножко гордая нация. На самом деле, в части знаний мы очень сильно отстаем от россиян. Я когда эту статистику узнаю, мне становится грустно. Мы раза в 3-4 меньше инвестируем в образование, чем Россия. И раз в 20-50 меньше, чем Европа. То есть мы не уважаем себя и не уважаем своих коллег. И вопрос не только в деньгах. Мы не инвестируем свое время в это. То есть мы должны больше тратить времени в социальные проекты, связанные с образованием. Вот. Если у вас есть вопросы, я готов ответить. Бо мені повідомлять, що ви можете.
Я б дуже так хотів, але насправді моє бачення того, що це має бути рух. Тобто ми не зможемо змінити державу в навчанні, в освіті, в відкритих проєктах, якщо це буде лише один пункт на Майдані. Це однозначно. Насправді треба робити багато таких центрів, навчальних центрів. Вони мають бути повністю децентралізовані, віртуальні. Можна залучати багато яких навчальних центрів, я також готовий до цього залучати. У мене також є ресурси, класи, і тут також в центрі міста, це не проблема. Найбільша проблема – це готовність людей. Тобто навіть викладачів дуже швидко можна знайти. А саме готовність людей витрачати свій час на навчання. І у нас є велика проблема з середньою школою. Там у дітей нема часу, тобто міністерство наше забрало в людей повністю час. І альтернативні методи навчання, які існують, і альтернативні школи, і додаткові гуртки, вони конкурують зараз з часом, якого у дітей нема. Тобто не проблема навіть грошей, проблема, що у дітей нема часу. Тобто перший крок, що треба зробити, це треба починати навіть не з дорослих, треба починати з школи, щоб там були альтернативні тренінги, що важливо, формують громадянина. Це не вуз і це не дорослі люди. Це треба робити з першого класу. Згоден, так. Да. З кожним класом. І я згоден, що треба виховувати, знаєте, саме цим відрізняється європейське навчання від українського навчання. В Європі навчають не тільки технологіям, там навчають громадянство, це правда. Там навчають відповідальності, це правда. Там навчають роботі в групі, вмінню працювати, вмінню слухати, вмінню взаємодіяти, вмінню самоорганізовуватись. Це те, що маємо ми внести в школу і в вузи. І це має бути така велика задача, я згоден з вами. Ще питання? Є питання. Скажіть, будь ласка, перше питання, що це значить не злий Майдан? Там написано не злий Майдан. Не злий, то можна прочитати трьома способами або чотирма. Ага. Тобто не злий, це тобто не розруш його. Зрозуміло. Не злий ти і то, що він добрий. Дякую. Тепер в мене питання є. Я взагалі-то займаюся громадською діяльністю, розбудовую громадське суспільство, очолюю міжнародну організацію «Здорове довголіття». Вже 12 років цим займаюся і хочу вам подякувати, що дуже слушні весела. Я прямо випадково сюди до вас попав. Де інформація про вас є? Скажіть, будь ласка, що ви тут такі є. Бо бачу дуже мало людей, а речі, між іншим, дуже слушні, ті, що ви доносите до людей. Ну, на щастя, нас робили відеотрансляцію, тобто вона буде в інтернеті, і це відео буде доступно не тільки тим, хто тут зібрався. Я насправді представляю навчальний центр iClass. Ми біля Києво-Печерської лаври знаходимось. Там є культурний центр «Майстер-клас». Ви можете зайти, ми можемо там поговорити довго. Можемо зараз поговорити після готичі. Зовсім погано наша земля, тому що є молодь, як волонтери, які готові навчитися, а потім це знання передати. Я дуже щасливий, в Україні є дуже багато парусків, дуже правильного навчання і соціальних проєктів, це нормально. Але все рівно за кількістю, за процентами, ми від Європи в разів 10
відхиляємося. Я з вами абсолютно погоджуюся. Єдине, що я була б дуже рада, якщо б можна було якось організувати справді зробити рух по освіті, тому що Нельсон Мандела, який вже покійний, сказав, що освіта – це перший шлях до зміни взагалі всієї країни суспільства. Тому, якщо ми зробимо правильні кроки, це зацікаво, ми зробимо цікаво. Тоді будемо виходити. Я готовий з вами об'єднувати зусилля. Зараз обміняємось контактом. Обов'язково. Дякую вам. Дякую всім. Прошу ще запитання, я потім розкажу. Ще запитання. Трошки не погодитись з вами можна? Можна не погодитись. Зараз поділюся своїм досвідом. Трошки гучніше. Я жив там, працював, я маю близьких друзів, зокрема іспанця. Мій брат живе, працює, і дитина його навчається в Неаполі, в університеті, і навчалась в Польщі там. Трохи не так, як ви це говорите. І, наприклад, я оновлював свій диплом по Болонській системі, порівняно навіть часи, програми. Я вам сказав, що наша громадянська система, якщо 140 годин допустим, а в мене 240, базова підготовка, то це є різниця. І багато з того, що представляла наша радянська медична система освіти, вона була... Я з вами згоден, у мене зараз навчається п'ятеро, у мене п'ятеро дітей, чотири навчаються в школі і вузах, в школі. Я згоден, що у нас залишки словецької освіти дуже гарні ще залишились, але ці залишки не виживуть, якщо ми не будемо творити нове. Але і зараз там на Заході не все так добре, і в освіті теж прогалити. Тому я про це казав, що освіта і весь світ змінюється. Я тільки кажу про те, ви мене не дочули. Я не кажу про те, що в Європі все гаразд з освітою. Я кажу про те, що, наприклад, IT, я просто представляю айтішників, да, що високими технологіями комп'ютерними займаються. Айтішники самі змінюють освіту. Вони там роблять свої конференції, навчальні центри. І я кажу про те, що звичайні люди, такі як ви і я, в Європі 10 разів більше витрачають часу на соціальні проекти, пов'язані з навчанням. Я ось про що. А те, що в нас є залишки класної освіти, я тут за, все нормально. Я сам навчався, у мене зараз донька піде в університет, де навчався я і моя мати ще, і буде вчитися того ж самого професора. Тобто такі є люди шикарні в нашій освіті, що неможливо передати словами. Тому що у нас, якщо до того, що ми визначаємося, ми повторили, напевне, помилку про те, що він був до основання все розрушив, а затем, от не треба було до основання все розрушати. Тому що треба було своє розбудовувати, рухатись і жити своїм розумом, а не то, що скажуть ваші здані, що хочуть в Москві. Я скажу, ми багато часу витрачали на моделі майбутнього, да, як зрушити, як змінити навчання, освіту нашу. І ми дійшли до висновку, що не можна розрушати. Треба рядом, поруч, створювати нові способи навчання, нові інституції. І той, хто буде кращим, то ресурси і люди будуть перетікати. Це нормально. Тобто освіта, слава Богу, вона гнучка, її можна створювати поряд. Це не банківська система, яку не можна чіпати, так? Да? Завели своїм прикладом, що в суботу декілька годин. Я теж тут бізнес, давайте контакти. Супер. Я в свою сферу. Дуже вдячний, будемо об'єднувати зусилля. Готувати людей. Дякую. Хлопці, у нас вже почалася справжній рух. Хто в суботу готовий викладати, всі до мене. А ми, зараз ми тут можемо зустрітися, я зійду зі сцени, то не проблема. Трошки голосніше.
Фейсбуці. Чи є ви в соцмережах? Ви хочете контакт отримати? Чи є ви в соцмережах, як ви там? Так, в соцмережах дуже просто до мене знайти. Ігор, англійською мовою, Ігор. І потім три буквочки, три символи ПАУ. Палсікан, знаєте? Ігор ПАУ. Фейсбук, Ігор ПАУ. Ігор ПАУ, у нас сьогодні буде 20 запитів на дружбу. Ще запитання. Прошу, чи є запитання? Є. Скажіть, будь ласка, я була такі відомості, що перша школа була, де вивчали за допомогою організаційної діяльності молодих фермерів, де дітки самі сиділи, стояли, ходили, щасливом пішені, жовті не звернули. І чому це на спасибо Україні, яку до організаційної діяльності дітей відносити, що Росія саме на дорожі, там і сім'ї навчали, що просто гопа, просто діти ростуть, що теж для нього має працювати. І що нікого в цьому напрямку, якщо ви знайомі, то чи є компанія українська, яка об'єднана в цьому напрямку, я хотіла так відмовитися. Я скажу, тут велика проблема. Фізіологи, медики і Росії, України, Європи 200 років вже вивчають. І 200 років кажуть про те, що ми вбиваємо своїх дітей в навчанні за партою. Ми вбиваємо в них самосвідомість, інноваційність стандартними прикладами і роботі формальною за стандартними схемами. Тобто, взагалі, навчання за партою і за схемами – це неправильно. Але для того, щоб це змінити, я скажу, тут дуже нормальний спосіб. Це коли створюються нові школи, вони в нас є, їх небагато, але вони є. Але треба, щоб Міністерство освіти їм не заважало працювати. Міністерство освіти розламувати не треба. Треба в них попросити м'якого не втручання. Раз. А потім трошки зменшити, як в нормальних странах. Там міністерство або якісь спеціальні є. Є мінімум, який держава має може контролювати в кожній школі, але цей мінімум має бути десь 30% часу, а інші проценти мають бути сплановані згідно до того, як вважає громада, тобто самі батьки і громада. І це дуже важливо, щоб ми з вами зробили цю зміну в школі, якщо всі батьки об'єднаються і будуть думати своєю головою, чим навчають і чого навчають їх дітей, то ми також змінимо систему навчання. Я скажу, що в мене велика проблема, я навіть в конкретному в своєму класі не можу змінити думку своїх колег, батьків. Вони, на жаль, слідство, продукт системи совєтського образування. При тому, що там є гарні технології, але багато в чому сьогодні вони застарілі. Застарілі люди, наприклад, якщо немає жорсткої програми, то це вже не навчання. Це ж неправда. Тобто багато чого можна змінити в навчанні, це треба робити. Ще питання? Прошу запитання. Знайомі. Ну, треба знайомитись. Тобто, якщо хтось щось робить, насправді треба об'єднувати зусилля, інформувати батьків, інформувати тільки просто, і ми маємо краще показувати один одного. А Міністерство освіти треба на просвіту. Взагалі краще, щоб Міністерство освіти не було. Міністерство освіти, так же як Міністерство культури, це нонсенс в сьогоднішньому світі. Це просто нонсенс. Не чую. Які відносини до тверезості? Громадські групи разом України, як відносини до тверезості? Ну, тверезість це гарно, але трохи вина випити іноді можна. Я не згодні. Ви не згодні? Ні, я не проти тверезості. Можна зовсім вести тверезий образ життя, взагалі тверезий. Це не проблема. Це нормально.
Ну, а як тумбу робимо там перед собою, де резюме наше студентів було, це та інформація про оцей Донбас. Треба це зробити, щоб тут вирішили, зробили отаке, що ми все і якими. Я підкажу нашим організаторам, щоб якісь були висновки з виступів. Чи знаєте ви приклади успішних державних підприємств, традиційних технологій, інклюзивних, які є і впроваджують процесне управління з інноваціями і тому? Я скажу, я знаю, ну, принаймні дві компанії. Мотор Січ, яка дуже багато допомагає університетам в Запоріжжі. Вони досить інноваційні, вони дуже на високому рівні за європейськими стандартами працюють і навіть вище. Я знаю Харкові компанію UPC Group, яка робить десь біля близько 10% світової кількості холодильників. Світової. Це українські компанії. Вони реально займаються інноваціями кожен день. Вони збирають своїх співробітників з усього світу. Вони з'їжджаються тричі на рік і вони дуже серйозно вкладаються в освіту, в інновації, в процесний менеджмент і так далі. Тобто в Україні є нормальні компанії світового рівня, що правильно працюють. Багато банків, які дуже ретельно вимальовують процесне управління. Я скажу, що дуже нова така тема – це сервісне управління. Також зараз дуже розвивається в Україні сервісні компанії. І, ну, IT тут дає інжекцію в не-IT компанії навіть, коли механізми, технології, інформаційні технології впроваджують в бізнес-менеджменті. Я хочу порадувати вас, що Міністерство освіти вас почуло і розбило двох електронних аркан спиками на горі захищатися. Раніше такого не було. Там я посадила Валерського з Міністерства. Але отакі захищені аркани. Більше, ніж ми у військовості. Будемо надіятися, що це перший крок до ліквідації Міністерства освіти. Как вы поосновили на какую все-таки страну превратилась бы Украина в случае, если бы удалось присоединить к Евросоюзу? Это была индустриальная страна или все-таки аграрная? Я скажу, что я против такой мысли присоединения. Я больше вижу идею, мне хочется в это верить, что Украина может переизобрести смысл существования Европы. То есть это еще кто к кому будет присоединяться. На самом деле у украинцев уникальная ментальность. Мы соединяем сердце и разум лучше, чем европейцы, чем немцы, например. То есть мы вполне, вот Силиконовая долина, американцы считают, что мы одни из лучших инноваторов в мире. То есть сегодня уже китайцам и индусам, они хотят делать вид, что они из Киева. То есть на самом деле у нас сейчас очень высокий рейтинг, и Европа может от нас получить абсолютно новые инновации в социальном устройстве, в новых технологиях, в когнитивных технологиях. У нас есть уникальные ученые. То есть я не склонен видеть нас только аграрной или только индустриальной стране. Индустриальным лидером быть уже поздно однозначно, мы Китай не догоним. Если вы заметили, американцы не собираются с ними даже спорить в этом деле. Но Apple в Америке, да, не в Китае. У нас есть компании, которые как бы инновации создают на мировом уровне, поэтому нам незачем, в общем-то, к кому-то присоединяться, и нас не зовут присоединяться на самом деле. Мое убеждение, что к тому времени, как можно будет присоединяться, и в Европе, и в России будет другая модель уже социального устройства. То есть на самом деле я убежден в том, что больше власти будет у городов, и каждый город будет определять его громада, как мы будем жить. Поэтому, грубо говоря, через там, 15 лет, когда бы нас могли бы теоретически пригласить в Европу, уже некуда будет идти, уже и к нам будут скорее идти, чем мы к ним. У нас на самом деле уникальный ресурс, если прямо вот сегодня взять Украину, у нас есть три отрасли, которые работают с плюсом и растут даже в кризис. Это информационные технологии, это сельское хозяйство и фармакология, медицина. То есть вот если бы эти три отрасли успешны, прямо сейчас сфокусировать усилия, вот, через какое-то время дальше в машиностроение,
то, в принципе, у нас очень хорошая сбалансированная экономика получится. То есть нам незачем упрощать себя какими-то стандартами европейскими. Новый тренд в мире состоит в том, что не нужно ждать лидеров. Вот если мы говорим про открытое сообщество, про образование, мы должны брать и делать сами, объединяться и делать. Нам не нужно ничего от власти. Власть вообще не должна влазить в образование, по большому счету. Вот когда мы начнем управлять образованием, это будет наша победа. Я не хочу там видеть никого из оппозиционеров и никого из власти, в принципе. Власть не поможет образованию. Посмотрите на Америку и на Европу. Они не могут инвестировать в образование. Это люди, это вот каждая семья инвестирует в образование, прежде всего. Реально сообщества могут гораздо больше, чем большая компания или даже государство. Я очень рад вот этому вашему направлению. Я думаю, что нашим людям надо вот такое мышление поменять, что не власть решает их судьбу, а они сами решают, объединившись свою судьбу. Конечно. Спасибо да. вам большое. Да, я скажу, что напоследок вот есть пример, когда 4 семьи подумали, как у них дети будут где учиться. Они взяли, объединились и сделали школу. Да, им приходится мучиться с Минобразованием, но они сделали школу такую, как хотят. Школа Афины в Киеве есть такая. То есть она была рождена просто потому, что родители, несколько семей объединились и сделали то образование, которое они хотели сделать своим детям. Что? Я не в курсе. Чи буде ще запитання? Буде вже одне з останніх запитання. Скажіть, будь ласка, можливо, це не в останню чергу матеріальна база. Тобто це не має бути університет, це буде друге. Це такі ідеї і самоорганізація. Тобто, хто за те все має бути? Я з вами згоден. І всі хочуть їсти, і ентузіазм це прекрасно, але і Богу. Тут, як ви знаєте, тут є дуже великий є запас у консолідації. Якщо ми не будемо дублювати, у нас дуже багато, насправді держава витрачає в університет дуже багато грошей. Але якщо їх сфокусувати, зробити 2-3 гарних. Дві-три гарних лабораторій. Якщо домовитися з європейськими вузами, зараз існують багато способів, як дистанційно це вивчати. Я скажу, що в інформаційних технологіях сьогодні в Україні ми не відстаємо, тому що ми можемо долучатися до лабораторії, скажімо, IBM у Франції. І це не проблема. І це кожна країна, це одна лабораторія на весь світ. IBM створив одну лабораторію на весь світ, яка використовується у навчанні. Тобто такі проекти існують, і ми тут можемо, тут треба кооперуватися, а державі треба більш розумніше вкладати кошти не в 80 вузів, а в 3, зробити їх такими золотими з точки зору матеріальної бази, да? А іншим розробити дистанційний доступ до цих ресурсів. Це є вихід, таке фокусування. І треба більше залучати бізнес. Тобто у бізнесу є багато ресурсів, але він сам не може організувати процес. Тобто треба об'єднувати зусилля, щоб бізнес і вузи разом використовували ці ресурси для навчання.
насправді я скажу так, що бізнес у нас дуже хитрий. Бізнес хоче, щоб за гроші держави йому зробили готового спеціаліста. Це вже не вийде, тому що індустрія дуже змінилась. Завдання держави інвестувати в середнього експерта, але у бізнесу дуже спеціальні потреби, і він має інвестувати в спеціальне навчання під свої потреби. І це реально має місце, це нормально. Але тут дуже важливо, щоб люди робили правильний вибір також. Тому що у нас є проблема, що ті, хто мають ресурси, вони вкладають свої гроші в університети в Англії. І навіть спонсорують, не тільки за навчання платять, вони мільйони тратять на те, щоб підтримати університети в Англії. Але цього не робиться в Україні. Ну, дуже мало хто інвестує свої гроші з меценатів в наші вузи, тому що вони не вірять, бо немає прозорості, немає відкритої моделі. Тобто треба створити хоча б один прецедент відкритого університету, куди всім світом, всією Україною ми можемо інвестувати, в тому числі в гарну базу. Але я скажу, що в IT, наприклад, в інформаційних технологіях, там база – це недорого і це досить просто. Складніше в фізиці, в нанотехнологіях, там це набагато складніше. А математика – це універсальна така наука, і у нас математика дуже добре викладається в школах. Тобто в математиці ми зараз дуже добрі. Але чому математика? Ні, тут кажуть про політику, не про математику насправді, я прошу, перепрошую. Можна запитати? Чи буде завтра ваша лекція? Поки що не сплановано. Дивіться, вся інформація, що стосується лекцій на наступний день, ви можете бачити в Фейсбуці, де там написано «Незлий Майдан». Зазвичай програма формується вечором, день на наступний, тобто сьогодні на завтра узгоджується з доповідачами можливість. Раніше не вдається, тому що тут постійно життєві історії кожного викладача різні. Остаточно викладається вже пізно вечором. І зранку розраховується. Чи буде ще до доповідача запитання? Дякую. Вчіться і не здавайтесь. Від імені підтримки університету Майдан і всіх присутніх хочу подякувати за хорошу, цікаву, змістовну доповідь. І хочу сказати, що ті тези, які ви озвучили, ми абсолютно скрізновими з головною місією Майдан, університетом Майдан, тому що ви пропагуєте бізнес знань, управління знання, управління інноваціями, а основна місія університету Майдану – це суспільство знань, так що нам вам по дорозі дуже дякуємо. Буквально через декілька хвилин на сцені відкритого університету Майдан буде показ фільму про Фолкінгайт. Не розходьтеся.